Чувашии начался фестиваль уличного кино. До сентября на разных площадках республики можно будет посмотреть фильмы молодых российских режиссеров, устроившись на газоне или укрывшись пледом. Фестиваль проходит уже 4-й год и считается всемирным. Мы показываем 7 фильмов, 7 короткометражек. Фильмы очень интересные. Интересны они тем, что их мы больше нигде не увидим. Как в кинотеатрах, так и по телевидению тоже мы их не увидим. Их отбирали. Эти 7 фильмов отобрали из 1000 фильмов. Каждый фильм несет в себе определенный смысл. Все о нашей жизни. С помощью фонариков на телефоне зрителям предлагается определить лучший фильм. По результатам народного голосования в 1000 городов будет выбран режиссер-победитель. Оргкомитет фестиваля окажет автору поддержку в съемке и прокате его полнометражного фильма. Узнать даты ближайших показов и площадки, на которых будет снова установлен надувной экран, можно на сайте «Чувашкино».